Вомбат – удивительная сумчатая животинка из Австралии. По милоте он не уступает капибаре или квоке. Длина тела вомбата – 130 сантиметров, вес – 45 килограммов. Но самое удивительное – строение его тазовых костей. Задняя часть тела вомбата чрезвычайно тверда из-за толстой кожи, костей и хрящей. В случае опасности они могут, повернувшись задом, блокировать свою нору и отразить большинство нападающих. Вомбаты – чудесные подземные строители. Они выкапывают целые туннели. Они активны ночью, когда выходят на поиски пищи. Днем они отдыхают в своих убежищах. Вомбаты – веганы и едят только молодые побеги трав и корни растений. У взрослого вомбата почти нет естественных врагов, кроме дикой собаки Динго. С вами канал «Планета Земля».